Всем привет! Сегодня мы находимся, наверное, на одной из самых загруженных улиц Лондона. Это Оксфорд-стрит. А примечательна она не только своими многочисленными магазинами, но и великолепной архитектурой. И одна из причин, почему мне нравится Лондон, это его богатая и разнообразная архитектура. Оксфорд-стрит была перестроена во времена королевы Виктории и стала оживленной торговой улицей. Оксфорд-стрит уже украшена к Рождеству, установлена различная иллюминация. Я думаю, что имеет смысл прийти сюда вечером, чтобы посмотреть на всю эту красоту. А сейчас мы свернули на Реджент-стрит, чтобы посмотреть еще несколько интересных мест. Эта улица также, как и Оксфорд-стрит, относится к City of Westminster, и рядом мы можем расположены районы такие как Marylebone, Mayfair и Fitzroy. А вот на этой небольшой улочке Mortimer-стрит мы можем увидеть, как британцы относятся к своей архитектуре. Вот, например, это здание, оно было отреставрировано, видно, что кирпичики обновлены, но в то же время они сохранили какие-то исторические элементы. Эта церковь евангелистов называется All Soul Lanham Place. Ее построил архитектор Джон Нэш в 19 веке. Она пострадала от бомбежки во времена Второй мировой войны, но была реконструирована и открыта. А здесь находится известное британское новостное агентство BBC. Новое здание пристроено прямо к старому крылу их офиса. Напротив BBC находится дорогой отель Lanham, построенный в 19 веке. А еще на Реджент-стрит есть политехнический университет. И догадайтесь, чем он прославился? А тем, что в 60-х годах студенты этого университета основали группу Pink Floyd. А теперь мы снова возвращаемся на Оксфорд-стрит и пройдем по ней еще немножко. Для тех, кому интересна тема иммиграции, на моем канале вышло новое видео. Смотрите ссылку в описании. А это огромный универсальный магазин известной британской сети Джон Левис. Обратите внимание, как сюда вписался Макдональдс. Еще один огромный универсам, House of Fraser, тоже украшен к Рождеству. Кроме огромных универсамов, есть и маленькие магазинчики, и также известные магазины сетевые, такие как Next и Zara. И вот еще один универсам, Debenhams. А это пересечение Оксфорд-стрит и Чаринг-Кросс-Роуд. Обратите внимание, что автобусы в Англии могут быть не только красными. А это Палас-театр, театр, который был построен для оперы, но сейчас в нем идет мюзикл «Гарри Поттер». Вообще в английских театрах одна и та же постановка идет годами или даже десятилетиями. Получается театр одного спектакля. Вот еще один театр с постановкой «Мышеловка» по произведению Агаты Кристи. Если свернуть с Чаринг-Кросс-Роуд, не доходя до Лестер-сквея, можно оказаться в Чайна-тауне. А здесь начинается Лестер-сквей. Но сегодня мы туда не пойдем, мы пойдем в другое место.
Сегодня в Лондоне открывается дом фотографии от компании Fujifilm. И вот посмотрите, какая очередь километровая тянется посетителей, которые хотят попасть именно в этот магазин. А мы не будем стоять в очереди, мы пойдем посмотрим еще одно замечательное местечко в Лондоне. Этот район называется Covent Garden, находится в самом центре Лондона, и мы посмотрим несколько достопримечательностей этого района. Первое — это пешеходная улица Кинг-стрит, где расположены многочисленные кафе, рестораны, бары. Как вы видите, многие из них уже украшены к Рождеству. Это дорогой французский ресторан. А рядом находится закусочная подешевле. Пешеходная улица Кинг-стрит ведет к площади, где уже установили большую натуральную елку. Так, вторая достопримечательность — площадь Covent Garden. С одной стороны от площади находится церковь Святого Павла, а с другой стороны рынок Apple Market, где можно купить различные сувениры и поделки. Третья достопримечательность – это рынок, где можно, кроме покупок, также посмотреть живые выступления артистов. А если пройти рынок насквозь, то мы попадем в четвертое место, где находится Лондонский транспортный музей, музей фильмов и Королевская опера. А напротив Королевской оперы сейчас находится каток и очень милые новогодние экспозиции от Тиффани. Тиффани – это ювелирная компания, у которой есть студия в Covent Garden, где вы можете подобрать коллекцию украшений или парфюмерии. Тем временем очередь возле дома фотографии уменьшилась значительно, и теперь уже пускают внутрь по мере освобождения магазина по одному, можно так сказать. Ну а мы посмотрим еще одну достопримечательность Covent Garden. Это тихие уютные улочки. В глубине этих улочек скрываются небольшие площади с кафе и магазинчиками. А между улочками построены красочные переходы. Если честно, по этим живописным улочкам я могла бы гулять с утра до вечера. И каждая улица украшена по-своему. Где-то снежинки, звездочки, где-то ягодки. И все это великолепие, конечно, можно смотреть бесконечно. Пользуясь моментом, я, конечно же, хотела бы поздравить всех моих зрителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Если вам понравился мой ролик, ставьте лайк, пишите комментарии, что бы вы еще хотели, чтобы я вам сняла о Лондоне. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить все самое интересное. И до скорых встреч!